будет здесь, блин, без собственной водки. Это будочка замаскированная, блин, под воду. Ну, приятного аппетита, Игорь Юрьевич. Охуеть, все сожрал, как сука, блин. Нажрался пиво, блядь, водка. Мэри. Посмотрим, что из этого выйдет в Дубае. А тут, бляха, сплошная облачность. Нихуя ничего не видно. Сэр. Здравствуйте. Привет. Рядом познакомиться, Николай. Игорь. Гириш. My friend Гириш. Гириш? Yes. Okay. I'm Igor. Early morning, April 4. Shut ring. Мы очутились на лучшем пляже острова, вот это общественный пляж. Сейчас можно видеть, что здесь людей мало, но каждую субботу и воскресенье здесь с семьями люди приезжают со всего острова с палатками и живут здесь пятницу, субботу, воскресенье. А русских много? Вот, да, русские тоже любят этот пляж, вот, потому что здесь безопасно. Вот можно видеть, что риф начинается очень достаточно далеко, вот, то есть здесь не будет ни акул, ни каких-то там страшных чудовищ. Вот. Достаточно безопасный пляж, чистая вода, вот, хороший песочек. Вот, можно увидеть, вот стоят такие кораблики небольшие. Вот, это называется скуби-ду. Вот, то есть вам на голову одевают такой... На вас одевают скафандр, как у космонавта, и вы погружаетесь на дно. Типа вот. На подводной лодке? Типа на подводной лодке, да. То есть у вас такой маленький подводный скутер. Вот, то есть вы садитесь на такой скутер, у вас на голове скафандр, вот такая колба, где идет постоянно, ну, подается кислород. Вот, и вы плаваете, вот, как на скутере, только под водой. Вот, покататься под парусом, покататься на водных лыжах. Вот, в среднем тоже это как бы минимум 100 долларов за одну какую-то короткую поездку. Вот. Цены для туристов как бы очень сильно отличаются, в 5-6 раз дороже, чем для человека, который живет здесь. Видишь, что турист белый, значит, надо драть как можно дороже, да? Да. Если ты турист, значит все. Значит, ты мешок с деньгами, и с тебя эти деньги нужно вытрусить. Здесь подход такой жесткий. Вот, поэтому нужно сразу при первой же встрече говорить, что я не турист, что я местный, я здесь работаю, живу. И, ребята, не трогайте меня, я в курсе цен. Вот, и знаю, что почем. Да. Значит, ну что вам сказать, ребята? Пляж есть пляж. Куда ни попри, везде песок, везде хорошо, там, где нас нет. Но мне лично, можно сказать так, надоело на третий день. Потому что, ну что тут можно? Ну валяться, валяйся, а дальше? А где развлекуха? Где развлекуха, елки-голки? Да, то есть, как бы вам сказать это по-русски? Развлекухи здесь мало. Ну, всякие виды спорта, типа покататься на лыжах, там таблетка, это все. Больше всего меня интересует вот это скуби-ду, когда подводная лодка для туристов.
То есть ты ныряешь, да, у нас еще в Крыму такого нет. Допустим, чтобы подводная лодка с туристами, и туристы плавали самостоятельно на подводной лодке. Это что-то новое, наверное, очень дорогое. Я не пробовал, хотелось бы это увидеть в натуре. Но в следующий раз. А пока, до скорой встречи. Бай-бай. Помаши ручкой. Flight from Dubai to Moscow. Try to be a movie star. It's all about you. Yeah. It's about people, right? It's about people. You see people, so you never know. Медленно. Саня, ты хоть поверни сюда, скажи здрасте, я помашу вам, да, своим друзьям. Здрасте, скажи, мои друзья, мои, я вас поздравляю. Здравствуйте, мои друзья, я вас поздравляю с днем города. Австралии. Нет, Австралии. С днем города, Москвы. Я нахожусь в самолете. Города Москвы, правильно? В эти выходные, с днем нефтяника, я вас всех поздравляю. Ну, не знаю, с другими праздниками, наверное, которых я еще не знаю, но пока я еще их не знаю. Саня, мой лучший друг, познакомились прямо в самолете в Австралии. Мой австралийский друг, нефтяник, ну теперь и я уже нефтяник, после 6 бутылок вина. Наши женщины здесь знакомы, все черные, они уже тоже нефтяницы. Поэтому, когда мы долетим до Москвы, мы все будем нефтяники, я не знаю, но как Бог даст, это уже непредсказуемо. Бай-бай. 28-е, да, 29-е место. Ну, потому что я чувствую, что 28-й ряд — это энергетика. 29-й ряд слишком горячо было. Ты думаешь, что именно те люди, которые на 28-м, на 29-м, они нефтяники потенциально? Они просто потенциально близки мне по духу. По духу? Мне не важно, нефтяники, нефтяники. Но важно то, что ты добываешь из земли, да? А если это женщина, ты что-то будешь добывать из нее? Неправильный, да, вопрос? Ну, так почему? Так почему все те люди, которые сидят на 28-м, 29-м месте, должны быть потенциальными нефтяницами? Ну, потому что они фонтанируют этой энергией. Понимаешь, у нас у нефтяников есть понятие, как фонтанирует. Скважину фонтанирует. И когда есть люди, которые фонтанируют энергией, они собираются в одном месте, это очень важно, и я думаю, что это самое главное. А ты думаешь, что если фонтанируешь в бизнесе, ты можешь фонтанировать? Если ты фонтанируешь, в бизнесе, ты очень получается successful. Successful? Я не знаю, что такое successful по-русски. Успешный. Успешный человек. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что ты успешный в личной жизни. Я думаю, что мы успешны все в личной жизни. Я слишком много выпил. Наверное, ты уже пьяный, чтобы перепутать. Мне кажется, это неправильный разговор. Но рейс Маврикии в Москва. Маврикии Москва? Нет. Рейс Дубай Москва. Не, мы будем говорить про Маврикии Москва. Мы говорим о глобальных. Маврикии мы уже давно пролетели, мать его так. Поэтому сейчас будем говорить о Дубае Москва. Примерно 1/3 уже пролетели. Мой лучший друг оператор Александр снимает меня, я очень рад. Я думаю, что мое интервью и все его вопросы, которые мне сейчас задаст, я отвечу. Только я не слышу этих вопросов. Александр, задавай.
Игорь, в связи с сложившейся ситуацией, вот этой веселой компании на борту нашего самолета, нам было бы интересно услышать ваше мнение о санкциях между Западным Европейским Союзом и Российской Федерацией. Хорошо, я отвечу тебе, Александр. Мать твою так. Какого хрена ты сваливаешься в политику? Это запись. А на самом деле рекорд, после пяти, стоит? Пяти стаканов вина. Да, после пяти. После пяти стаканов вина. А нашего дорогого. Быстро, быстро нельзя так делать, как медленно. Все нет. Делается медленно. Быстро 28 эй. Ну я понимаю, что ты неопытный оператор. Хорошо, я должен делать тебе фору. Впереди сидят женщины, сзади сидят женщины. Может, ты спросишь, откуда они и что они думают о России? Я думаю, что они очень хорошо о России думают. Ты думаешь? А как мы думаем с тобой о России? Мне, кстати, вот как вы думаете о России? А как ты думаешь о России? Я о России думаю. Они положительно, очень положительно. Это недостаточный ответ. Недостаточный? Хорошо, детализируйте вопрос. А как вы думаете? Нас попросили с Александром не материться в самолете. Мы очень вежливо согласились с этим вопросом, но Александр сказал, что лучше... Ну и до этого, естественно, вели парламентерскую беседу, в котором слова, которые являются составляющими предложения в русском языке, мы решили просто не упоминать. Да, товарищи не понимают, что иногда можно матом не только послать, но еще и поблагодарить. Но для этого нужно обладать всем диапазоном русского языка. А это не всем дано. Нам это дано, да, Санек? Все так очень просто в России. Да. Я надеюсь, для меня война все останется... с Украиной, все. Там, я не знаю, проблемы внутренние. Я не знаю, все проблемы, они на самом деле остаются. Но моя семья, надеюсь, воспримет меня такого, каким я есть. Думаешь, как воспринимает Россия украинских пользователей? Знаешь, я просто не знаю. Но я знаю, ladies and gentlemen, would like to request all the passengers to remain seated. Сейчас моя семья происходит из Украины. И я думаю, что мы все равно единицы. Я просто рад быть здесь. Дамы и господа, мы поворотим всех пассажиров, я не знаю, как
дальше что будет. Так как наземные службы будут проводить проверку. Как мы будем общаться, но я уверен, что будет все хорошо. Ты думаешь, что украинские семьи, которые переезжают в результате войны и так далее, получат здесь полное совмещение? Я не знаю, но я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Александр, ты оптимист? Я всегда рад видеть улыбки людей.